Электрон — это совсем крошечная частичка материи. Как маленький шарик. Давайте пропустим поток электронов через одну щель. Поток ведет себя, как и шарики, одна полоса. Если мы пропустили эти микрочастицы через две щели, то мы должны получить, как и в случае с шариками, две полоски. Что? Интерференционный узор? Мы выпустили электроны, маленькие частицы материи, а получаем изображение, как с волнами. Как? Как могут частицы материи создавать интерференционный узор, как волны? Что-то не сходится. Но физики умные ребята. Они подумали, может быть, эти маленькие шарики отталкиваются друг от друга и создают такой рисунок? И они решили выпускать электроны поодиночке, чтобы не было ни малейшей возможности их взаимодействия. Но через час появился все тот же узор. Заключение неизбежно. Электрон начинает движение как частица, становится волной потенциала, проходит через обе прорези и интерферирует сам с собой, ударяя в экран как частица. Но математически это явление еще более странное. Электрон проходит через обе щели и не проходит ни через одну. Он проходит через одну щель и проходит также через другую. Все эти возможности накладываются друг на друга. Но физики были полностью обескуражены этим. Они решили подсмотреть, через какую щель электрон проходит на самом деле. Они поставили измеряющий прибор возле одной щели, чтобы увидеть, через какую он все-таки проходит, и выпустили электрон. Но в квантовом мире гораздо больше мистики, чем они могли себе представить. Когда они начали наблюдать, электрон снова стал вести себя как шарик. Он произвел изображение двух полос, а не интерференционный узор из многих полос. Сам факт измерения или наблюдения за тем, через какую щель прошел электрон, выявил, что электрон проходит только через одну, а не через обе щели. Электрон решил повести себя иначе. Как будто знал, что за ним наблюдают. И с этого момента физики вступили в невероятный странный мир квантовых событий. Так что же такое материя? Частицы или волны? И волны чего? И при чем тут наблюдатель? Наблюдатель разрушил волновую функцию просто фактом своего наблюдения.